Впервые во Дворце дружбы народов губернаторский 4 мая Ульяновский государственный академический симфонический оркестр и хор студентов и преподавателей Ульяновского государственного университета, которым больше 20 лет руководит Лариса Филянина, под управлением главного дирижера оркестра Эдуарда Дедюры исполнит кантату Сергея Танеева «Иоанн Дамаскин». Сейчас коллективы готовятся к концерту, репетируют на большой сцене дворца. Кантата «Иоанн Дамаскин» создана Сергеем Танеевым в память об основателе и первом директоре Московской консерватории Николае Рубинштейне. В ее основу лег отрывок из поэмы Алексея Толстого «Иоанн Дамаскин», посвященный знаменитому богослову, одному из отцов Восточной Православной Церкви. Прекрасный хормейстер Лариса Александровна выучила с хором это замечательное произведение. Вот вы сейчас слышали этот результат нашей работы совместной. Поэтому это была первая, так сказать, задача моя. А вторая – это, конечно, привлекать к участию в концертной жизни города Ульяновска наш замечательный хор. Кстати, открою вам небольшую тайну. На будущий год мы планируем исполнить «Реквием Моцарта». Плодотворная творческая дружба связывает хор с Ульяновским академическим симфоническим оркестром «Губернаторский». В истории двух коллективов исполнение кантаты «Москва» Чайковского в 2005 году, 9-я симфония Людвига ван Бетховена в 2007 году, опера «Евгений Онегин» Чайковского в 2019 году и другие яркие концертные программы. После вынужденного перерыва, связанного с пандемией, коллективы вновь решили возобновить совместную творческую деятельность. Эту кантату нам предложил Дедюра Эдуард Александрович. И мы, конечно, с удовольствием сразу откликнулись. И для хора это большой стимул, потому что такие большие, огромные музыкальные пласты петь – это за счастье. Тем более любительскому коллективу, как наш. В программе также прозвучит симфоническая сюита «Шахерезада» Римского-Корсакова и половецкие пляски из оперы «Князь Игорь Бородина». В честь юбилея оркестра вход на концерт по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах Ленинского мемориала. Ирина Антонова, Марат Мигдеев, Улправда ТВ.